Самые перспективные фигуристы Сибири и Дальнего Востока собрались в Омске на зональных соревнованиях первенства России. Спортсмены среднего и младшего возраста из 10 регионов страны выявляли сильнейших на льду дворца имени Вячеслава Фетисова. Соревнования особые. Почему особые? Потому что проводятся один раз в год по этой программе. Здесь троеборье. Первый день соревнования проводится по элементам, второй по короткой программе и произвольной программе. Это главные соревнования для детей этого возраста, потому что здесь сейчас в регионах проводятся отборочные соревнования на зональное первенство, а уже вот с нашего зонального первенства они отбираются на первенство России. Ну, то есть на чемпионат страны нашей. Для этого возраста, конечно, это очень ответственно. Что задумывал, все получилось, но как-то легче стало после того, как откатал. Скажи, о чем твоя программа? То есть какой сюжет, что ты вкладывал в этот, в свой прокат? Я стремлюсь к любимой и скучаю, Фигурное катание – вид спорта популярный, зрелищный, технически сложный. Эти ребята не боятся трудностей и ставят для себя самые высокие цели. Более выше, сильнее подняться, с более сильными соперниками. До Олимпиады? Буду стараться, да. Среди младших мальчиков весь пьедестал заняли фигуристы Красноярского края. Дамир Ахмадеев, Аркадий Власенко и Александр Борисов. У младших девочек лучше стала Амичка Дарья Третьякова. Также в тройку вошли Василина Тарасова из Новосибирска и Арина Веденеева из Красноярска. В старшей группе у юношей сильнейший Владислав Вильчик. У девушек на высшей ступени пьедестала вновь Амичка Диана Князева, которая выиграла все виды программы. По итогам соревнований будет сформирована сборная Сибири и Дальнего Востока, которая примет участие в финальных состязаниях первенства России и в финальных стартах второй всероссийской зимней спартакиады спортивных школ.